Неприятная история произошла с жительницей Рассказово. 10 мая она снимала деньги в банкомате на улице Гагарина. Все как обычно, вставила карту, нажала кнопки. По завершению операции банкомат вывел карту, а деньги не отдал. Женщина постояла, подождала, попросила помочь прохожую, но безрезультатно. Буквально через минуту после того, как она ушла, мимо шел мужчина и увидел, что из банкомата торчат деньги. Он, не раздумывая, забрал их и пошел дальше. Гражданам, располагающим сведениями о личности мужчины, изображенного на записи камеры видеонаблюдения, просьба позвонить по телефону 22 014 или обратиться в отдел уголовного розыска, кабинет номер 46.